Сколько раз я уже пытался записать нормальную катку на Донзабура? Вот сколько раз я пытался на Донзабура катку записать? Он мне просто не идет. Просто банально не идет на нем катки. Я не знаю, для меня это просто персонаж, который проклят. Просто проклят. Не знаю, я, конечно, сейчас попытаюсь. Забыл, ты видел обзор Гильгамеша? Я сделал обзор Гильгамеша сегодня. Специально для вас перечитал все, перевел, очень старался. Посмотри, пожалуйста. Курочка — это хорошо, особенно если она копченая. Копченую курицу тоже люблю. Но вот странно, да? Казалось бы, курица сейчас считается каким-то самым дешевым, наверное, мясом. Но и не считается, да, она каким-то элитным, там, вкусным. Все любят какую-нибудь говядину там или еще что-то. Ну вот. А я что-то хз. На ютубе все-таки лучше смотреть. На ютубе качество и хуже. Да, и поставьте лайки на трансляцию, пожалуйста, кто не поставил. Лайки — это вообще кайф. Видел Гильгамеша? Вживую, в смысле, нет. Свинина топ, свинина очень жирная. На днях была скидка на Киберпанк, там обновы всякие, взял Far Cry 5. Это правильно. После того, как в Киберпанке официально они сказали то, что не, ну, они отменили условно, прям отменили онлайн, Киберпанк онлайн, все, все, Киберпанк умер, у них акции упали там вообще жутко. Как тебе, Баба Яга? Нормально, Баба Яга? Ничегошная такая. Хороший гэп у меня, кстати. Даже не знаю, что сказать. Нормальный, нормальный у них урон. Я хотел сейчас сказать, что Watch Dogs онлайн запустили. Да. А в Киберпанке отменили. Help right lane. На гепа ФК можно? Enemy missing middle. Be careful, right. Хорош геп. В рейтинге кросс-платформа не попадается, насколько я знаю. Your middle tower is under attack. Okay. Просто лучший. Со сладостями мне не надо, потому что у меня сейчас девушка на диете, потому что мы все-таки наконец-то едем в отпуск еще и на море летом. Вот, и она мне просто прикончится. Мне просто приговорит, если я буду сладкое где-то брать, покупать или еще что-то. Attack. An enemy has been slain. Ты не давай ей, да, ты же знаешь, как это работает. На Xbox, знаешь, блин, это странно. Хотел что-то умное сказать и не смог. Вообще, насколько я знаю, у консолей свой рейтинг. Но как-то я помню, было дело, Антикей заходил на стрим, и он говорил то, что типа он тоже играет на плойке, и ему попадаются пекари. Мне крашнулась 3 раза игра, что за бред? Я не знаю, дед. Мне не крашится игра. Вот, устройство воды должно быть одинаковое. Я не знаю, Дэниел, в каком магазине, братан. Remember my face.
ты где брал? Я на работе познакомился. Блин, у меня нет смысла сейчас на базу идти без 100 монет. Пока очень туго идем из-за Геба. А Геб очень плохо все делает. Я даже не знаю. Вон, кстати, Винона. Ой, Винона, ты, я не увидел, ответил или нет. В игре, про которую ты сказала, ты мужа нашла, Warspear. Это же MMORPG, которая пиксельная, да, такое? Которая кроссплатформенная сейчас на всем, чем можно. Мобилы, ПК там и все такое, да? Да. Блин, она такая забавная. Я когда-то ее скачивал на мобилу и играл в нее. Она реально играется, как будто бы ты играешь в World of Warcraft, но пиксельный. Мне очень зашла. Она мне очень напомнила старые, вот именно старые ММОшки, как раньше. Мне надо было косу, да не. Мне понравилось очень PvP там, допустим. Не, понимаешь, я там как на бас бегал, скорее всего. Но это очень круто было. Коса надоела, Сань. Не могу я через один и тот же билд. Я понимаю, что это может быть максимально неэффективно. Но я правда не могу, меня прям калит. Зачем ты бусы прожал? Я думал, он меня подкинет тройкой. Ну типа приземлится и подкинет. У меня иммун. А, и он у бас получается. Тяжело пока без лайфстила, конечно. И без жесткого урона. Он же перед ультой, да у него уже откатилось. Почему перед ультой? Ну, короче, это машинально было. Это было машинально, максимально машинально. Проблема в том, что я в него ультануть нормально-то не смогу. Я же реально в него, реально не смогу. Это ты на мобиле играла в нее? Dude, come on! Double kill. Killing spree. И мобилы ПК. Я просто когда начинал в нее играть, ее не было на ПК. Не перестреливает, я вообще не понимаю. Что ты делаешь, Геб? Мне его надо поймать тогда, когда он прыгнет. Когда он на тройке прыгнет. Я еще ни разу не ультовал. В3-7, ну что там происходит опять? Вечером ужасно в смайт играть, да, я так понимаю?
Кстати, у него маны нету. Он не хочет остаться и драться. Видимо, нет. Простите, ну что такое? А, вечером, типа, отвратительная игра. Я обычно как-то не ставил себя в рамки временные. Типа, ну, в плане того, что, ну, не было такого явного, то, что вот утром хорошо, вечером плохо. Но сейчас как-то странно. Не, ну может мы сейчас хорошо и сыграем и выиграем, как бы. Тут всякое бывает. И тогда с вас точно будет лайкусик. Если это видео каким-то боком окажется на ютубе. И вообще сейчас поставьте лайк на трансляции, пожалуйста, очень нужно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Гебыч. Они в такой миспозиции находятся все время, что я прям поверить не могу. Хорошо. Еле переиграл. Keep it together, boys. Он тоже не глупый, он ждал и хранил все это время бицы, ни разу их не нажав. Дыхание? Нет, но напрягся, блядь, по моему лицу, наверное, можно было увидеть, как я напрягся, чтобы его убить. Мне было некомфортно и тяжело. Но я его не вывезу без отхила. Мне нужна Аси. Эдакий б... этот будет билд с прошлого сезона, наверное. Хотя можно взять Аси. Можно взять Одиссею. И криты. Здорово, космос. Минус Мерлин. Ну имба, имбалансный персонаж. Просто имбалансный персонаж, типа я не понимаю. Все, одну обилку поменяли и теперь ничего с ней не сделать. Охренеть, я ему надамажил. Спозов? Не, не спозов, прошлого. С прошлого. Кого что поменяли? Ну Афина теперь дамажит своим таунтом чертовым. Понял. Хочется очень сильно поругаться на Рататоскара за то, что 14 минут ко мне не пришли. Ну, вроде как и он только первый раз пришел за 14 минут. В принципе, не особо страшно. Нормально, нормально. Может, что-то и получится из-за этого. Из-за этого, из-за этого. Можно. А
Ну, тир вроде у нас хороший, да? Пытается разрулить. Здорово, Экзимыч. Айл атак. А я не знаю, забываю что-то. Думаю о своем каждый раз. Надо юзать дэм. Enemy missing right. Be careful, left. Enemy missing middle. Enemy ultimate down. Хотел сказать, где он там. Мне интересно с ним драться один на один. Мне бесит то, что они приходят помогать. Я вот сейчас бы капец как с ним забился бы. Но лезть вперед просто не хочу. Не знаю, где. Так. Экс, а чё у него перчатка? Ну, чисто в теории. Да хотя нет, не должен он мне перестрелять сейчас. Мы одного левела. Ну то, что он черт, который вейв держит, это точно. Чё происходит? Зачем Мерлин сюда пришел? Инкарнер хотели, ну, что это? Okay. Не, вообще не душит, кстати. Вообще не душит, Экзимка. Мы очень на равных с ним деремся, типа. Я хотел полететь и под конец только отменил. Когда увидел, что их четверо здесь. Нажимай ты, блядь. Хорошо. Хорошо. Мы прям очень на равных деремся с этим. С Хоуи. Будем драться. Ты можешь, брат. Смотри, сколько урона дал. Почти, да? О, это такой вообще лол. Смайт наскучил, хочешь новую мобу? Нет, играй в смайт. Не, на самом деле, вышла бы новая игра, я бы тоже попробовал бы что-то новое поиграть. Мне не наскучило смотреть, просто, может, поменьше играть надо, я не знаю. Так. Хорошечно идем. Я уже столько билдов перепробовал на Данзабура. Может быть, сейчас что-то годное получится брать. Хорош, парни. Просто должны уничтожить, и все. Ой-ой-ой, Хоуи там. Ут? Не, не видел. Ут не видел. Видел новую игру, где полеты на динозавра. Ой, на этих, на драконах. Вот ее я хочу прям попробовать. Ее прям попробовать хочется. Бля, хочу криты, короче. Я чувствую, нужны криты. Криты. Вот и оповещение, Венон. Пятый месяц, мать. Я не знаю, как это так долго работает на тебе, но спасибо большое. Игра про драконов в закрытой бете. Да, я знаю, я отправил заявку, но мне пока не ответили. Но мне интересно. Есть еще одна игра с полетами, что-то их развелось, блин.
Там полеты на орлах, короче. Но я вообще ни хрена ее не понял, если честно. Ой-ой-ой, мать, как же плохо. Там управление вообще отвратное, я вообще ничего не понял. Нормально, нормально, нормально. Ну, кроме того, что Gold Fury забрали, нормально. Ой. Эй, не должен был доставать. Просто такая имба. Просто, вот просто. Афина — это просто имба, я не знаю, но невозможно. Почему ее не банят-то, блин? Просто такой трэш, я не знаю. Я надеюсь, то, что я не заходил, еще не смотрел, но я надеюсь, что Reddit разрывается просто. А люди, которые обузят это говно, это просто не люди. Кто по кулдауну пикает Афину. Слушай, нельзя так. Ну просто нельзя так. А что и сделали? На таун дали урон. На, считай, на основную обилку дали урон. Она очень была жесткая. Твой бан. Да я забыл про нее. Я забыл про нее и не забанил ни хрена. Это моя ошибка. Я говорю, те, кто обузят. Типа я себя не оправдываю, но и как бы. Ну и нафиг. Ага, ну это я не знаю, почему тебе так написали. Самая лучшая игра из Мобаси. Но она как сказать, нет у нее аналога, понимаешь? Че, репорт за баны? Кайф. Это кайф. Мне нравится на Данзабура играть, когда у врагов есть Аукуанг. Аукуангу, ну, очень тяжело играть, когда куча всего вот этого вот мешает ему просто муваться. Не-не, ее, ну, нет смысла обузить. Ну, в смысле, не, есть смысл обузить, чтобы рейтинг поднимать, ну. Понимаешь, это вообще, это анскильная дичь, понимаешь? Она не даст вообще тебе ничего играть на ней постоянно. Абсолютно анскильный персонаж. Хорошо. Я на себе шилда так и не увижу, да? Никогда. Топ игра 7 мара, не доступа, предзаказ, 4 прочитать построено на том, кто быстрее украет золото, насколько я понял, но по видео игра годная, глянь ролик, как будет время. Если в конце катки напишешь Уртакс, я прям сейчас посмотрю. Я обожаю новые игры, обожаю трейлеры смотреть. Рожь, блядь! Красавчик. Я топ урона, правда, естественно. Короче, Данзабура — это только через скрытый парень. Ей-ей, сожрет же, мать! Сожрет же, ёб твою мать! Кутал, Тлаф и Легенс. Блин, ну я, наверное, сейчас забуду в конце, как обычно. Cancel that. Line up, bing!
Че, хватит мне столько критов? Ну да, 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 да. Хотелось бы вместо сапога еще Дезбрингер взять или второй этот какой-нибудь демон ветра. Ну хотя по скорости атаки с бафом все же зашибись. А я пробовал собрать билд, когда 100% крита, типа. Это жесть, конечно, криты реально летят по кулдауну. Ёб твою мать. Охренеть. Говорю, да, легко, говорю, так против этого стоять. Против Оуконга. Ну 100% да, никто не ожидает. Ну просто они реально работают. Типа собирать 100% это такая дичь вообще получается в плане урона. Каждый удар крит. Каждый удар крит. Для АДК это прям ну жесть какая-то. Два-два-восемь крит. 2-2-8. Афину убивать мы не бросим. Очень много критов. Тот со стилит ультой. Поздно, я прям видел, как ты поздно прыгнул. Хорошо. Ой, хорош. Прикинь. Розовый кристалл, да изи вообще. Вон он. Someone was not prepared for this. Как же много урона у Куанга. Неоправданно много. Retreat, follow me. Сейчас будет тяжело, сейчас будет тянуть, будет тяжело. Не, не будет тяжело. Не-не, Модеров, я... Ты же понимаешь. Сейчас с Модерами в этом плане. Охренеть, что за урон. Давай, да, Забурик! 8-2. Наконец-то, бля! Ой, наконец-то. Очень понравилось мне. Вот такой билд очень зашел. Очень. Я хочу урон сейчас посмотреть. И прям билд такой, ну прям, а прям. А вообще прям. 32 тысячи урона, посмотри. Ёпта. 32 тысячи урона. Но я всех передамажил. Тюр очень много нанес урона, кстати, 31 тысяча 14 6 он идет, охренеть просто. Ну и тут даже близко нет, не, вот прям, вот этот билд прям, ну как по мне, норм. Апнуть еще накидку, продать сапог и взять какой-нибудь еще криты, прям цацка. Короче, естественно, отправиться на ютуб, на ютуб. Там нужно будет ребятам лайкусик поставить, комментик оставить. Наконец-то Дадзабура сломал, не знаю, третью стену, блин. Моих проклятых каток на нем. Вообще кайф.